Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кавказ Чес. Сегодня 1 января 2021 года. Наступил Новый год. И такая прямо радостная тема. Просыпаюсь, решил заварить себе кофе и услышал свой любимый звук зимний. Кря-кря-кря-кря-кря. Каждый год ко мне под окна приплывают утки. И тусуются здесь прям месяц, не меньше. Именно прям под окнами. Не знаю, с чем это связано. Видимо, тут теплые воды вот именно в этом месте. Обычно прям с семьей целой. Посмотрите, какая красота. Прям вообще, ну это, конечно, классно. Ну, говорю, кофе наливаю, прям кряколки тут заработали. За деревьями не видно, но обычно прям целой семьей. Это прям селезень такой красивый, большущий, зеленые ушки какие хорошие. Но сегодня вот я троих видел, сейчас за ветками плоховато видно на солнышке. И еще мне нравится, они разгоняются в ту часть реки и лапки поджимают и катаются по направлению течения реки. Погода замечательная, снега, конечно, не хватает.